Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами сделаем вот такую подделку. Для работы нам понадобится лист цветного картона, цветная бумага, клей, ножницы и стержень от ручки. Для начала свернем лист картона пополам, вот таким образом. Откладываем его в сторону и приступаем к изготовлению самого зонтика. Для изготовления зонтика нам нужны круги из цветной бумаги одного диаметра, но разного цвета. Круги я подготовила заранее. Каждый круг мы складываем пополам и еще раз пополам. Вот таким образом. Цвета вы можете выбрать, какие хотите. Складываем аккуратно, уголок к уголку. Тогда наш зонтик будет более пушистый и красивый. Теперь сформируем наш зонтик. Для этого возьмем кружок желтого цвета и смажем его край клеем с одной стороны. Приклеим к этой детали деталь красного цвета. Затем смажем деталь красного цвета клеем и приклеим к ней деталь зеленого цвета. Клеем необходимо смазывать аккуратно, чтобы зонтик получился очень красивым и объемным. Вот таким образом. Берем красную деталь, также приклеиваем ее. За красной деталью желтую, затем зеленую и снова красную. Наш зонтик почти готов. Нам осталось сделать ручку. Для этого нам понадобится квадрат из цветной бумаги оранжевого цвета и стержень от ручки. Смазываем квадрат клеем, мажем клеем квадрат со всех сторон, очень тщательно промазывая углы. И при помощи стержня для ручки сворачиваем наш квадрат в трубочку. Вот так. Достаем стержень. Вот такая у нас получилась трубочка. Чтобы из нее сделать ручку для зонтика, нам нужно загнуть один край немножко вверх, вот так. Теперь приклеим наш зонтик к листу картона. Для этого ручку от зонтика смазываем с одной стороны тщательно клеем. Теперь приклеиваем ручку от зонтика к картону. Приклеиваем очень аккуратно и стараемся, чтобы ручка от зонтика совпадала с линией сгиба нашего картона. Ручку мы приклеили. Теперь приклеиваем сам зонтик. Смазываем его с двух сторон клеем. Промаживаем очень хорошо, потому что деталь очень тяжелая, чтобы она не отклеилась в дальнейшем. И приклеиваем чуть выше нашей ручки. Вот так. Теперь нам осталось украсить нашу подделку капельками. Возьмем бумагу голубого цвета и вырежем из нее капельки.
Вот таким образом. Приклеим капельки, смазывая их клеем в хаотичном порядке вокруг зонтика. Вот так. И нам останется украсить нашу подделку голубыми пайетками. Пайетки тоже смазываем клеем и приклеиваем вокруг зонтика в хаотичном порядке. Вот так. Вот такая красивая подделка у нас получилась. Вы отлично поработали. А сейчас нам пора смотреть мультики. И я вас буду ждать на следующем занятии. Пока-пока!